з великим християнським святом Святого Георгія Переможця. Але грузинський народ особливо його вшановує, тому що вони перемогли багато чого в житті. І сьогодні вони разом і показують нам, як треба єднатися, і як треба залишатися сильними і вольовими людьми. Сегодня большой, великий праздник. Пусть Бог благословит грузинский народ и защитит нас всех. И здоровья, счастья, удачи, чтобы было. Когда приезжаем на Украине, не чувствуем, что мы далеко находимся от своей родины, да? Мы чувствуем себя как дома. Мы поем грузинский фольклор о родине, о любви. Для вас это очень интересно будет, а для нас просто это вопрос чести. Хотим, чтобы все в мире чтили своих предков, уважали их и делали свое дело. Всем православным людям хочу поздравить с праздником Святого Георгия. И хочу пожелать счастья, долголетия, счастливой жизни. Спасибо. Приходим не первый, второй год. Нам очень нравится. Приводим всю семью, привлекаемся к грузинской культуре. Очень интересная атмосфера. Я с удовольствием сюда пришла. Посмотреть этот праздник, послушать музыку, танцы посмотреть грузинские. Спасибо всем организаторам за это. Мира желаю, потому что мы сами ждем этого мира и хотим, чтобы Грузия всегда была мирной, прекрасной страной. И мы дружим, как говорится, страны наши. Мы можем поблагодарить только всех дорогих гостей. Хотите это грузины, хотите это украинцы, или хотите это люди и их отношения, без национальности. За сегодняшний большой праздник, День Святого Георгия. Если не верить в то, что есть что-то свыше, нет смысла жить. Благословенна Грузия и Украина. Мадлова, Талия Дидимадлова. Спасибо вам.